Привет, друзья! С вами Ирина Агапова-Маркелова. Сегодня будем смотреть, кто у нас в команде лодырь, а кто у нас не лодырь. Давайте посмотрим. Некоторые люди у нас работают вот так. Ну, не буду я называть фамилию. Статус стоит неправильно. Фото статус стоит, а сам статус, здесь должна быть видеопрезентация, должна быть ссылка, но не так. Давайте пройдемся по ленте. Считает классным нашу команду, статусы, фотографии. Это хорошо, потому что принимает участие, но должна быть фотография, должна быть какая-то мотивация, надо выставлять свои видео. Если не снимаете свои видео, значит, выставляйте презентацию. Вот смотрим по ленте. Считает классным. Дальше считает классным какую-то хрень. Не по теме. Если у вас страница для бизнеса, она должна быть продающей страницей. Вы должны там выставлять фотографии ежедневно, менять главное фото, устанавливать свои праздники каждый день, каждые 3 недели, чтобы привлечь внимание и набирать друзей. Она только считает классным. Добавила 4 друзей. Это хорошо. Считает классным. Эйван, это привлечение разве внимания к проекту всем миром? Считает классным нашу команду. Продвижение бизнеса через интернет. По проекту всем миром, лично по ленте, не вижу ничего. Только классы. Ничего добавленного. Никакого видео, никаких фотографий. Вот только фандрайзер. И это было очень-очень давно. Потом и считает классным солевая гала-камера. Это так человек привлекает внимание, да? Проекту. Вот только считает классным и все, ничего не выставляет. Соответственно, у человека переводов не будет, потому что надо самой активничать. Друзей должно быть как минимум 1000, 2, 3, в идеале 5000. Всего 358 друзей. Пойдем дальше. Светлану Рогожникову давайте посмотрим. Тоже моя команда. Светлана у нас в проекте где-то около месяца. Фото статус стоит, стоит нормальная фотография, аватарка. Человек повернут к нам лицом, это хорошо. Но презентацию я бы поставила другую, там где пригласить 5 человек. Статус нормальный. Добавила друга, добавила перевод. Хорошо, поставим класс. Добавила заметку, добавила причину. Хорошо. Surferner рекламировать, там же давать рекламу по проекту всем миром, также зарабатывать. У меня вот тоже стоит расширение Surferner. Хорошо, здесь тоже поставила свою ссылку. И у нее пошли переводы. Нареканий нет никаких. Молодец. Так, пойдем дальше. Активная участница у меня есть. Вот даже не одна страница. Елена Стрелец. Посмотрим, что у нее. Стоит фото статус, стоит хорошая фотография, стоит ее видео и ссылочка. 25 классов уже. 1381 друг. И посмотрим ленту. Свой канал рекламирует очень хорошо. Добавила фото мотивация. А, считает классным. Добавила свое видео, 55 просмотров. Еще и добавила опрос, где уже проголосовали 7 человек. Сегодня она выставила к нам в чат, я тоже поставила класс. Добавила 2 гифки. Гифки надо добавлять, они привлекают внимание на вашу страницу. Я тоже добавлю гифки. Просто плюсики нажимаете, добавлено в альбом гифы. Поделилась темой. На моем канале много интересного. Поделилась темой. Хорошо. Сменила главное фото. Это привлекает внимание. Вот 334 просмотра. Снимает свои видео. Нареканий нет никаких. Вот, пожалуйста, добавляет друзей. Посмотрим Бориса Маркелова, моего мужа. Ну, наши фотографии стоят. Стоит фотостатус. Стоит видеопрезентация, там, где пригласить 5 человек. Именно ее и надо ставить. Стоит его уникальная ссылка. И стоит текст. Классует. Делится заметкой. Пиарит свой канал. Развивает. Добавляет фотографии. Поступление денежных переводов. Считает классным мои фотографии. Мотивацию загрузил. Снимает свои видео про троллей загрузил.
также классует видео наших участников. Загрузил видео по Глобусу. Это рекламная площадка, где можно зарабатывать деньги, а также рекламировать проект всем миром. Нареканий нет никаких. Какие-то шуточные фотографии. Каждый день Борис грузит фотографии, видео и также классует нашим участникам. Нареканий нет никаких. Ставлю пятерку. И друзей у него почти 3000 человек. Моя страница стоит фотостатус. Стоит у меня моя фотография, повернута лицом. Презентация, где пригласить 5 человек. У меня статус летал, поэтому я поделилась своим видео из другой страницы и закрепила себе в статус. Мария Певцова, это тоже моя страница фейковая. Вот поставили мне классы, поделились, комментировали. Листаем ленту, получила 3 подарка. Поделилась заметкой наших участников. Сменила главное фото, чтобы привлекать внимание. Добавила мотивационное фото. Добавила фотографии переводов. Поделилась заметкой Анузы. Мотивация, когда не знаете, что делать. Добавила фото. Добавляйте свои фотографии, фотографии своих детей. Это тоже привлекает внимание. Люди классуют. Каждый день добавляйте. Вот, нам исполнилось 5 лет. Добавляю различные видео. Surferner рекламирую. Вот люди смотрят, 77 просмотров. Свои видео оставляю. Вот 139 просмотров. Так что, народ, если хотите зарабатывать, хотите получать переводы, тут даже не надо отрывать задницу от дивана. Просто берите и хотя бы начните что-то делать. Автоскрипт у нас в чате комментариев, который ставит пятерки в Одноклассниках, лежит в открытом доступе, вы им пользуетесь. Разберитесь, в Фейсбуке постит по группам. Вступайте в группы. Бесплатно даем на блюдечке, просто надо взять лопату и грести деньги. Либо платить кредиты. Я завтра буду переезжать в трехкомнатную квартиру. Это уже моя третья квартира за 3 года моей работы в проекте. Нужно просто брать и делать, а не ждать с моря погоды. Всем пока!